Всем доброе утро. Привет. Новый день. И я пришла, чтобы умыться, почистить зубы и начать день. Логика. У меня сегодня день начался как-то очень сумбурно, потому что я проснулась из-за того, что у меня была опять проблема с файлами для влога. Я в предыдущем влоге вам рассказывала, у меня часть влога просто пропала с карты памяти, и я ее потеряла. Все еще пытаю надежду, что их можно будет восстановить, пробую найти их где-то. Я их не удаляла, но они исчезли сами. Волшебство! Надо решить, что с этим делать и почему это вообще произошло, и можно ли как-то этого избежать будет в будущем. В общем, я так немножко на нервишках, потому что произошло то, что от меня вообще не зависело, и немножко подпортило мне новое видео. Поэтому надо разобраться. Плюс у нас очень жесткий беспорядок на кухне случился, и мы типа злые с девочками, потому что мальчики плохо за собой убирают и оставляют посуду часто, оставляют... Ну, в общем, у нас просто в ужасном состоянии там раковины, и много мусора накопилось. Короче, пока мы ездили в Черкас, тут просто капец, что произошло. И надо сегодня будет провести беседу, обсудить, что это вообще и почему у нас такой срач, как бы. Потому что мы с девочками сами выгребать этого не хотим. Надо найти, кто это сделал, чтобы за собой все-таки убрали. Из-за этого немного тоже позлилась, в общем, так слегка стрессанула с утра, и еще погода на улице плохая, не знаю, у меня какое-то такое смешанное настроение сегодня, плюс у меня есть еще пара вопросов, которые мне нужно решить перед поступлением. Нужно будет съездить в поликлинику, взять кое-какую справку для списка документов на поступление. В общем, у меня как-то много таких мелких всяких задач, которые мне нужно сделать, но я не хочу их делать, они очень неприятные, и мне надо начать их решать, а мне не хочется. Плюс у нас еще в комнате беспорядок. Я думаю, что я начну разгребать все эти проблемы с порядком в нашей комнате, потому что пока у нас срач, я не смогу нормально собраться и сосредоточиться на том, что мне надо сделать. Поэтому давайте умоемся, и надеюсь, что к обеду это мое странное настроение пройдет, и я начну держать себя в руках. На самом деле, уборка и чистота в доме – это единственное, что меня пока что заставляет задумываться, типа, а стоит ли вообще жить всем вместе дальше. Вот правда, мне ничего не смущает в нашем совместном проживании с ребятами, но один факт – то, что не все за собой хорошо убирают. И когда мы начинаем выяснять, кто это наделал, выясняется, кто это наделал, но они не признаются. Вот это напрягает, потому что приходится постоянно домывать за кем-то немного посуды, потому что не находится человек, кто эту посуду оставил. Приходится постоянно убирать те вещи, к которым ты, скажем так, особо не имел отношения, но из-за того, что люди, которые это испачкали, не хотят это чистить, приходится делать это самостоятельно, чтобы в доме не было беспорядка. Таких ситуаций очень много, и это немного напрягает. Реально, вот уборка, чистота – это единственная вещь, которая бесит. У нас в холодильнике там сейчас куча просрочки накопилась, но это такая уже проблема в общей сложности всех, потому что мы уже забыли, где там что, чье испортилось. Нам сегодня нужно перебрать холодильник и убрать то, что испорчено, потому что у нас уже капец, он какой-то там грязный, его нужно помыть. Нужно будет вывести мусор. Ну, короче, вот это меня очень сильно бесит. И я понимаю то, что это очень сложно все контролировать. Мы же не будем ставить камеры наблюдения, знаете, и типа говорить всем после просмотра видео, что вот, ты не помыл вилку, помой. Но просто когда вот так кто-то оставил чашку, кто-то оставил вилку, кто-то оставил ножик, и ты начинаешь все это собирать и мыть, и уже набирается целая раковина посуды не твоей, которую тебе приходится мыть. Вот это неприятно. Поэтому сегодня, скорее всего, мы проведем собрание и воспитательную беседу. То, что если эта проблема у нас не решится, то я боюсь, что я не смогу продолжать совместное наше проживание с октября месяца. Потому что, как я вам говорила, мы живем вместе до сентября, до конца у нас аренда.
и нам нужно понять, что делать дальше. Либо разъезжаться отдельно, либо все-таки продолжать жить вместе. Все, буду смывать пенку. Так, мы с Тёмой немного убрали в комнате. Тут сейчас нужно будет мусор вынести вниз. Тут все нормально. Разобрали наконец-то чемодан до конца. Стирку убрала, которая уже сухая. Чуть-чуть разгребла у себя на туалетном столике. Теперь вот в эту коробочку, которую мне ребята подарили тоже на день рождения, я сложила в нее свою косметичку. И здесь рядышком кремчики, все мои для лица уходовые штучки. Не знаю, сколько это будет удобно. Посмотрим, пускай пока так постоит. Если будет неудобно, переформатирую это по-другому. Кисточки мои, все так же. Зеркало, украшенница и все. И тут у меня что? Ты духи сюда сложила, потому что они то, что там стоят, никакого толка мне не дают, я все равно ими не пшикаюсь. В общем, тут все сложила, типа спонжики, тут еще немножко палеток, пару штук есть, в общем, такое. Но не умею я красиво организовывать рабочее пространство. Тут чуть-чуть тоже убрала. Сейчас вот это унесу на кухню. Тут есть несколько чашек, которые у нас тут остались. Бутылочка вина еще с Карпат. Тоже стирку надо будет загрузить. И я в последнее время реально стираю только белые вещи. Последние две стирки были белые вещи. У меня там еще осталась куча всего черного в ванной. Нужно будет это тоже постирать, потому что у меня никак руки до него не доходят. Летом как-то все равно преимущество носим белые. И из-за этого чаще всего именно белая стирка у нас и происходит. В общем, такое. Наконец-то мы немножко убрали, а то с этими всеми поездками в комнате был просто ужасный срач, и я прям уже нервничала из-за этого. Еще нужно, конечно, попылесосить, мы еще этого не сделали, и повытирать везде пыль. До этого мы пока что не дошли, но думаю, сегодня еще успеем. Я иду вам снять воробья, пока он не улетел. Не... Да. У нас открыто окно, и вот этот воробей... Нет, не залетит. Слава богу, сейчас нам еще воробья не хватало ловить вот это. Приятного чайпития. Кофе, спасибо. Кофе питье. Девятый сожитель будет. Да-да-да. Я покушала, жду Тёму, он тоже вообще-то где-то должен подойти и спуститься, чтобы кушать, но он не идет. Вот, тут картошечка, я уже свою съела. Это нам мама Артема с собой дала жаркое, вкусное очень. И я хотела еще покушать синенькие тут, короче, салаты, типа, не знаю, как объяснить, в общем, салаты синеньких. Но я не могу открыть банку и жду Тёму, пока он придет, а он еще не пришел, и я уже поела, а кабачки так и нет. У меня рядом сидит Кионикс. Почему я ждала все это время Артема, если вот сидит Кионикс, у которого тоже есть руки? Сижу, никого не трогаю. Зачем ты так делаешь? Я понимаю... Что ты разворачиваешь? Я сижу, уже 15 минут поела, жду Артема, чтобы он поскорее пришел, открыл мне банку с синенькими. А? И вообще опустила момент, что ты как бы здесь есть. Давай я открою. Я уже не хочу. Ну ладно, открой все равно. Просто банка немного жирная, тебе придется сполоснуть руки после. А я уже не хочу. Хорошо, я тогда подожду Артема. Давай сюда. Ты, может, на камеру снимать? Да. А что, если не открою все? Вот это будет смешно. Не, ну все, выключай. Ого, она жирная. Да. Ты камеру еще не включила? Нет. Вы, кстати, ты еще снимаешь? Да. Так, короче. Туториал. Сейчас порешает эту банку. Как открыть банку? Бакомат. Да там нахер это. Развалю. Говно. Я занимался бодибилдингом. Ну, в принципе, по телу видно, что движение спортивное. Сейчас будем открывать банку. Сейчас. Берем. Мне кажется, не получится. С первого раза, может быть, не получится, но вы не останавливаетесь. Да, с первого раза не получится. Дмитрий, просто банку и открой ручку. Нет, сам решу, не получается и вытереть. Она... Главное идти своей к цели. Запишитесь ко мне на семинары. Сейчас я открою. Просто история успеха. Что будет, если я сейчас возьму? Что? Что будет, если я сейчас возьму, открою? А он скажет, а я ее уже, ты просто подвинул. Да, тебе уже было легче ее открывать. Так, это уже принципиально открыть. Кто это закручивал? Мама Артема. Не, ну мама Артема, да, это самый высокий уровень. Банок, да. Так, а у меня рука сильнее. Я думаю. Сейчас есть еще одна полотенце?
Зачем? Маш, попробуй, тебе просто интересно. Сейчас. Это что, уже какой-то квест у нас? Да, мне 35, дай фото сходу. Вот есть какой-то. Нет, без ножа. Вот есть какой-то. Не считается. Нет, с ножом каждый может. Фу, нет. Зачем делать себе мозг? Для него уже принципиально. Не принципиально приступал. Дай я открою. Подожди, нож убери аккуратно. Да я просто поддену кошечку, запущу туда воздух, и она откроется быстренько. Сейчас, мы решаем этот вопрос, Маш, все. Губан, какую сторону вообще крутить, да? Шутка. Подожди, ты не в тупо выкрутишь. Не, все правильно. Правильно, сюда прямо. Да. Нет. Вот. Нет. Вот это. Да. Тахионик, в смысле? В смысле, что это? А, ну блин. Вот так. Дело, значит, в том, что не в ту сторону крутил, получается. То есть, получается, еще и больше закрутил, получается. Нет, дай сюда. Не, хочу я. Я хочу открыть не вот так. Не пукни только. И влог будет называться Кионикс откручивает банку 30 минут. 10 часов, дать. Ребят, нарежьте кто-то, выставьте на YouTube. 10-часовая версия. Банку, да. Меня надо 10-часовую версию, где Кионикс говорит, я занимался бодибилдингом. Хакаю. Сейчас, вот, в профиле. Ой, Маша, аккуратно. Маша, что ты делаешь? Сейчас почти уже открыли. Я всегда так делаю. Надо Марка. Я почти уже открыл. Мне кажется, Маша. Марк справится. Спокойно. О. Ну, блин, все, я почти уже был открыл. О. Ну вот, видишь? Видишь? Что бы ты без меня делала? Как там эта пословица? Сила есть, ума не надо. Тут в конце должна быть какая-то цитата по типу, видите, в конце все получилось. Главное идти к своей цели и не останавливаться. И банка открыта. Маша, накушай свою. Муж голова, а жена шея. Спасибо! Ура! Обращайся. Да, Маш, спасибо. Вы не поверите, что я сейчас буду делать. Ну, думаю, по моему одежде понятно, что я буду заниматься спортом. Я так давно этого не делала. Просто жесть. Я не представляю, как мне сейчас будет сложно. Дело в том, что для меня всегда лето – это такая пора, когда я максимально ленюсь, ни черта не делаю. Это, видимо, у меня еще не отошла привычка от школы, и поскольку основную свою учебу я только закончила в этом году, и знаете, у меня уже выработалась привычка за это время, типа вот, мы учимся там с сентября там по весну куда-то там по май, вроде так. А потом у нас лето, мы отдыхаем от всего того, что мы научились там и сделали за время, пока у нас была учеба. Но в этом году как бы мне не нужно уже было настраиваться и отдыхать к следующему учебному году, типа собираться с мыслями, потому что особо учебы для меня уже как таковой не будет. Основной этап я прошла, школу и колледж я закончила. Дальше я иду учиться, но на заочную форму. Чуть позже вам об этом еще расскажу. И поэтому мне было все еще сложно этим летом собраться и, знаете, как-то активно, продуктивно работать, потому что у меня все еще осталась эта мысль в голове, что типа нет, летом сейчас надо отдохнуть, потому что с сентября начинается жесть. И я как-то это все сумбурно объясняю, но мне кажется, школьники и студенты меня поймут в этом плане, то, что за летом мы стараемся, вот большинство людей, кого я знаю, максимально, ну, типа, отдохнуть, чтобы потом с осени начинать продуктивный образ жизни. Но во взрослой жизни у взрослых людей происходит немножко по-другому. Для них лето — это ровно такой же рабочий, пускай не рабочий, период в их работе, не знаю, как объяснить, в общем, и лето особо не отличается у взрослых людей, как бы, по сравнению со всем остальным. Да, там чаще какие-то отпуски, там 2 недели на месяц, там люди берут, едут на море и все такое. Мне надо постараться как бы приучиться к этому, к тому, что лето — это не время ни черта не делать, лето — это, наоборот, время, когда нужно развиваться, работать и так далее. Поэтому со следующего лета я буду к этому привыкать, поскольку это у меня было такое переходящее лето, когда я закончила учебу практически. И сейчас я снова буду начинать возвращаться в форму, потому как, во-первых, у меня в конце августа вступительный экзамен, творческий конкурс в хореографическую академию, в которую мне нужно будет
станцевать, а значит, нужно быть в форме, нужно растянуться, нужно подкачаться, нужно немножко выработать свою физуху, а без подготовки я не смогу всего это сделать, поэтому мне нужно начать дома заниматься, и с сегодняшнего дня каждый день я буду уделять где-то, наверное, минут 40 спорту и своей физической подготовке. Думаю, что, скорее всего, я постараюсь уменьшить количество сладкого и мучного в своем рационе также. Это у меня происходит стабильно в конце каждого лета, потому что перед учебой, перед началом хореографии нужно немножко уменьшить щеки, убрать немножко жопку, потому что танцорам предполагается быть стройными и не щегастыми. Поэтому я стараюсь всегда вот так вот в конце лета немножко вводить себя в форму потихоньку. И это лето не исключение, поэтому сейчас мы начнем приводить себя в форму, в порядок. Я пока еще совершенно не знаю, каким будет мой вступительный экзамен, что я буду там танцевать, где носок, которым можно прижать двери, чтобы они не открывались. Но я точно знаю, что мне нужно будет на днях подать документы, и точно знаю, что мне нужно начать растягиваться, потому что растяжка один из самых важных аспектов хореографии, и если у меня с ней будет сейчас все очень туго, то я не смогу себя нормально показать и станцевать так, как положено. Все, погнали! Ставлю вас на таймлапсик и начинаю заниматься. Кто пришел? Что надо? Что надо? Надо переодеться. Зачем? Меня сейчас будут избивать яйцами. Фу, на улице, надеюсь? Нет, в доме. В смысле в доме? В смысле в доме? Мой дом, мои правила. Почему в доме? Выйдите на улицу. Мой дом, мои правила. Это, может тебе дать эту камеру? Зачем? Мне просто надо обычная. Да мы сейчас закончим быстренько, нам чуть-чуть осталось. Ладно, тогда будем снимать тренировку на эту камеру, потому что ту я отложила Тёме на съемку видео. А еще с моим фитнес-ковриком произошла какая-то страшная апогея. И непонятно, почему он стал очень грязным и видно, что уже юзанным. Хотя я его ни разу еще не использовала. Кто-то его использовал. Не намекай на меня, у меня есть свой. И не говорит мне об этом. Потому что это не я, у меня есть свой фитнес-коврик. Тёма клянется божиться, что он его не брал, хотя я его только что отмывала, это я уже помыла коврик, чище я уже не смогу сделать. Кто-то взял мой коврик, на нем позанимался, испачкал его и вернул обратно на место. Не мой шорт, ты не видела черный? Короче, я очень надеюсь, что я смогла хотя бы как-то понятно выразить свою мысль и объяснить, что летом я всегда лентяйка, а к концу начинаю собираться. И то, что я собираюсь от этой привычки избавиться и начать работать одинаково в течение года, делая себе перерывы только на какой-то отпуск, поездки и отдых. Вот, можно было все сказать намного короче, я вместо этого базарила 3 минуты. Сейчас поставлю камеру на треножку и будем заниматься. You.
снимались, потому что Артём зашёл и сказал мне, ты хочешь в бассейн? Я такая, угу. Он говорит, я набрал на улице, сейчас хочу посмотреть. Они, походу, набрали надувной бассейн, да? Я давно хотел себе бассейн, у нас огромный дом, но у нас нет бассейна. И я купил бассейн и набрал. Сейчас я вам покажу, что получилось. Ой-ой-ой, тепло, все, и вода не очень чистая. Ну посмотрите на это! Офигеть, теперь у нас есть бассейн. Я там, ух, вода начинает. Но у нас есть басик, кстати, немного перетек басик. О, у нас есть бассейн! Ждите новые ролики с басиком. Ну, конечно, такой там присесть одному человечку получится, ну, двоим максимум. Садись, хочу посмотреть. Да, она такая. Холодная? Не горячая. Давай потрогаю. А, ну да, свежо. Как раз мы только что гоняли мяч и разогретые. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, кстати, когда ты уже тут, то не так я холодно. Ой, хорошо. Немножко тём у тебя протекает. Да ну просто перебрали немножко, а мы бассейн. Ой, капец. Класс. Мне на улице не жарко сегодня вообще. Ну, кстати, вода вообще теплая. Теплая тебе? А что она такого цвета? Или это басик желтый? Нет, это вода с... Для полива она не очень чистая. А. Ну, типа, это с Днепра вода. Еще один клиент. Не уследили за водой, да? Ну, давай, присоединяйся. Ну, Тёма говорит, она не теплая, не очень теплая. Ну, такая, как в Днепре, хорошая. Да, не, нормальная, в принципе. А, мягкие бортики. Боже, сейчас вообще пол бассейна выплеснется. Вот я этого и боюсь на самом-то деле. Да что, ничего страшного, оно высохнет, она в траву течет. О, листочек упал. Ладно. А мы платим за эту воду, Тём? Нет. Хорошо. Прощайте мои яйца. Так прикольно выглядит вообще. Тём, а ты хоть в бассейне вылези с телефона. Я держу воду. А ничего страшного. Надо ложиться на эту сторону головой туда ногами, потому что тут выше бортик. Но... Ну капец, вот, мальчики. Это просто фиаско. Почему? Модные вы теперь. Если честно, мне уже очень больно идти по ступенькам. Не то чтобы больно, у меня очень слабость сильная появилась в ногах. Хотя действительно позанималась, я вообще такой лайт. Я сейчас еще немножечко потянусь, потому что по растяжке вообще капец, мне очень все задубело. Смотрите, какая у нас крутая банда. Мы идем в ларек. Ларек. Ой, чуть в какашки не вступила. Как там? Едет любимый зять, иду, будем пить пиво. А, едет зять. Будем пить пиво. Мы купались в пластике, я иду. Да, сегодня вообще не жарко, я не понимаю. Температура уже какая-то в воздух. Ты подкупиваешь, и тебе становится тепло. Мы сейчас пару видим. А вы джакузи делали, да? Да. Ну, в общем, мы решили выйти купить каких-то вкуснях, потому что мы с девочками сегодня будем продолжать смотреть сумку. Вам будет весело. Да. Мы закроемся и отпустим вас. Я придумал! Что? Мы сейчас едем в джакузи в басике. У Марика есть старый мотор от матраса. Можно купить шланг, кусок отрезать. И снизу есть басика клапан, который для спуска воды. Вставить туда шланг, залить герметиком.
и пускай включить типа моторчики, будет джакузи. Это все звучит очень сложно. В общем, Тёма там пытается придумать, что нам снять с надувным басиком небольшим. Если у вас есть какие-то предложения или пожелания по поводу того, что вы хотите у Тёмы видеть с этим басиком надувным, пишите нам, и мы снимем. Но он очень небольшой. Понимаете? Очень небольшой. Ну вот Тёма с Марком там сесть смогли. Ну, конечно, мы лежали с Марком. Три человека сядут, даже четыре. Ну, три сядут, двое лягут, типа так. Вот наш модный ларек. У нас продолжение просмотра «Сумерек». И мы сейчас будем пить ламбру. Зачем я вот это сделала? Нет, подождите, я хочу посмотреть, у меня идеально получилось? Ну, да, прости. Да. У меня просто пунктик на это. Чтобы равномерно все на них. Я, кстати, реально, я знаю, что некоторые считают там до 10 раз, 2, 3. Не, я не считаю. А я вот всегда, и у меня настолько идеально получается отлить прям. А я не парюсь. Короче, да, мы будем смотреть «Сумерки» третью часть. Вот это моя любимая часть, потому что Белла наконец-то поцелуется с Джейкобом. Как вы знаете, Джейкоб... вы не знаете, мы в прошлый раз это обсуждали, но у меня это не снялось, блин. Так вот, девочки любят больше Эдварда. А я всегда за Джейкоба была. И вы видели этот торс, девочки? Можно? Торс Джейкоба, а остальное Эдварда. Нет, лицо тоже у Джейкоба красивое. Короче, пишите в комментариях, девочки, вы за Джейкоба или за... Чуть не сказала Стефана. Я за Дэймона. Я за Дэймона, да. Или за Эдварда, или за Джейкоба, или за Эдварда. За батю. Короче. В общем, будем смотреть. А вообще, если вы не смотрели «Сумерки», то не смотрите. Нет, посмотрите «Сумерки». Хороший фильм. Да. Смешно иногда, правда? Ладно, будем смотреть и наслаждаться. У нас, кстати, тут попкорн, арбузик и персики. Решила вам сказать, а то забыла. А у нас у всех, кстати, есть игрушки. У Аси там Томас. Молодец. У Маши медведь. Валера. Валера. А мне пингвин. Оригинальность имен. Ну, «Сумерки» — это шедевр. Мы с таким наслаждением посмотрели две части. Насмеялись, конечно, потому что мы опять комментировали все это и угорали как будто с комедией, но все равно было так романтично. И мило все еще, можно сойти с ума просто. Нам осталась только последняя часть, которую мы досмотрим завтра. А сейчас уже будем ложиться отдыхать. Тёма здесь что-то делает. А он скидывает исходники на монтаж, параллельно играет в какую-то игру. Да, это так. Всегда почему-то, когда именно я снимаю, Артём втыкает. Да, ты просто начинаешь снимать тогда, когда я втыкаю. Ну, так я только что это и сказала. Артём не все время втыкает, честно говорю. Реально, просто... я весь вечер не играл, сейчас начал сбрасывать Дуб. Исходники. Он смотрел с нами, да. «Сумерки», тоже сидел, угорал. Ну, короче, это не думайте. На самом деле у Артёма не все время телефон в руках. Просто так я реально совпадает. После того телефона я, ну, этим я реально очень редко чем, типа, пользуюсь. Но вот именно такие моменты, когда я в что-то играю, вот они попадают в кадр. Я не знаю почему. Это как карма. Это как я постоянно беру камеру, когда Маша Веремеева кушает, у нас уже это закономерность. Так точно то же самое происходит, когда я беру камеру, и Артём начинает играть. Мне кажется, я видел, как насколько-то мотылёк пролетел. Ладно. Так а что ты окно не закрывала? Я тебе говорил, закрой окно. Ну, я знаю, я забыла. Я случайно открыла окно, да. Которое без москитной сетки. И, может быть, нас сегодня будет кто-то кусать, но я надеюсь, нет. Я уже двоих убил. Да? Угу. Надеюсь, их больше нет. Надеюсь. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, завтра у меня не будет сильной крепатуры, потому что завтра я планирую снова позаниматься. Боже, Артём, я так не хочу заниматься этой справкой. Ты можешь вместо меня это сделать? Мне надо для поступления сделать копии своих документов и получить справку у семейного доктора о том, что я здорова, и получить еще справку о прививках. И мне надо этим заняться, я так не люблю. Ты поступала в колледж, тебе должны вернуть эту справку. Да все равно, мне кажется, она должна быть, ну, свежая, новая. Свежая справка о прививках?
Какая им разница? Не знаю. Им нужна просто твоя справка о том, что у тебя есть... А, кстати, да, мне сначала вообще-то надо забрать диплом. Я забыла вообще за то, что я его вообще не забрала. Мне надо забрать диплом и аттестат мой. Без этого вообще меня никуда не возьмут. Молодец. Ой, да, поэтому завтра, наверное, мне нужно позвонить утром в колледж и поехать забрать диплом. Наконец-то уже. Я его еще месяц назад могла забрать, но он все там лежит, и я никак туда не доеду. Да. Зачем он у тебя? Моя умничка. Блин, что ж тебе тоже пару прыщиков еще новых появилось? Это так надо. Давай я намажу. Чем? Кремчиком. И они уйдут? Ну, быстрее уйдут. Если ты завтра не сдерешь. Артем вечно сдирает на себе все прыщи, и на нем все равно, как на собаке, все заживает. Я не понимаю. Правда. А что они вылазят? Пускай они вылазят, они будут это раздирать. Вот ты как раз прыщ сейчас почесал, но не сдёр, не сдёр, не сдёр. Надо задерить. Всё, всем спасибо, всем сладких снов, хорошего дня, люблю, обожаю, всем пока.